Президент Илхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Гарапапах-Чайлы в Газахском районе. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было сообщено, что автомобильная дорога Гарапапах-Чайлы протяженностью 19 километров реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. В результате реконструкции этой дороги, соединяющей 3 населенных пункта на территории Газахского района, обеспечено комфортное передвижение более 14 тысяч человек, облегчены грузо- и пассажироперевозки.